Более подробно об участниках выставки «Картофель-2016» мы расскажем в конце выпуска. Тем временем в чебоксарских школах и детских садах прошел День картофеля. И школьники, и дошколята знакомились с его свойствами, участвовали в соревнованиях юных огородников, а также учились правильно готовить второй хлеб. В год человека труда в управлении образования решили знакомить школьников и дошколят с рабочими профессиями. Ежемесячно проходят мастер-классы и живые уроки, а сегодня в честь выставки «Картофель-2016» детей знакомились с профессией агронома. Все российские ребята знакомы с картошкой с ранних лет. А вот о том, что в страну растения завезли только в 18 веке и долгое время к овощу относились скептически, мало кто знал. Об истории картофеля и его свойствах в составе ученикам рассказывал преподаватель Чувашской сельхозакадемии Георгий Мефодьев. А вот о селе лекции о разных сортах картофеля говорили на уроке биологии. Этот урок биологии поможет мне как в тестовой части ЕГЭ, так и в С-части ЕГЭ, потому что вопросы по ботанике, в частности по картофелю, очень часто встречаются. Все уроки в школе были посвящены овощу. На русском языке писали картофельный диктант. На химии изучали свойства крахмала. А на физкультуре устроили соревнования огородников. Ребята также учились правильно готовить овощи. Девочки лепили картофельные котлеты, а мальчишки познавали азы кулинарии и картошку только чистили. Вот я когда задумался, хотел стать поваром. Вот, например, это основа. Я хочу быть похожим на своего отца, потому что каждый 8 марта мой папа жарит картошку, и у него получается это очень хорошо. День картофеля отмечали и в детском саду. Председатель Ассоциации кулинаров Чувашии Николай Уездный провел мастер-класс для юных поварят. Завитушки, цветочки, звездочки. Вооружившись кулинарным мешочком, яркими овощами и свежей зеленью, ребята сервировали картошку, не ограничивая фантазию. Это у тебя улыбка, да? Да. Старшегруппники же устраивали опыты, а воспитанники помладше учились рисовать с помощью плода. К участию в празднике привлекли и родители вместе с детьми. Они участвовали в соревнованиях по посадке и сбору картошки. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.